У нас сегодня необычный обзор, мы презентуем новинку. То есть эта новинка, я думаю, восхитит многих в ближайшее будущее, потому что что еще делать, как не собрать себе интересную систему с низким, очень с низким басом, с низким регистром в дверь. Кто хочет собрать тыл, кто хочет сап, мы сейчас послушаем, его отдельно постараемся в этой двери послушать. Прям я 99-м сделаю все срезы и поймем вообще, как он сам играет. Давайте Satisfaction лучше, так ништяк. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Нифига ты, дружище, устроился. Не-не-не, ты немного не туда залез. Тебе надо сюда. Ребята, здорово всем, уральскую пятерочку. Ну что, у нас сегодня необычный обзор, мы презентуем новинку. На улице, блин, я даже не знаю, сколько градусов. Сочи, наверное, завидуют, хотя хрен завидовать-то, 40 у них, наверное. Короче, это вечерний Челябинск. Классный, классная погода вообще, ребята, солнышко, блин, лето, вам уральскую пятерочку, позитива, бодрячка, наш любимый жест, ловите, встречайте, тепла, солнце, хотел сказать, с Мурманска, с Челябинска, вот, Мурманск, Екатеринбург, Сахалин, Магадан, Воркута, Махачкала, Ростов-на-Дону, Сочи, Питер, Калининград, все пятерки ловите, вот, и давайте расскажу, о чем речь. Сегодня у нас на обзоре новинка, то есть эта новинка, я думаю, восхитит многих в ближайшее будущее, потому что что еще делать, как не собрать себе интересную систему с низким, очень с низким басом, с низким регистром в дверь. Эта моделька будет называться PRV-12, вот, это образец, ну, скоро они начнут, будут уже в наличии продаваться. По цене будет динамик стоить пара 8700 рублей, друзья, всего, ну, мне Андрей так сказал, я думаю, будут так стоить, но это просто бесплатно, я скажу так, за их игру. Вот они у меня стоят в сравнении с динамиками NTX, потому что немного в ту дверь он не влез, но это даже было, стало и лучше, потому что мы сравнили, поняли, как что. Вы видели их на обзоре, да, у нас был обзор, комплект «Царь», но это были NTX динамики в «Царе», да, потому что этих нет. А вот эта новинка, и сейчас просто подробный рассказ, кто хочет собрать тыл, кто хочет сап, мы сейчас послушаем, его отдельно постараемся в этой двери послушать. Прям я 99-м сделаю все срезы и поймем вообще, как он сам играет. Уберу в ноль все, что, поехали слушать тогда? Параметры, смотрите, 300 номинала. Вообще эта модель идет 8-омная, которая у меня стоит, как мне сказали, будут они 4-омные. Вот, 300 номинал у них, от 63 они могут играть спокойно, вот, до, ну, до 2-3 тысяч. Но рекомендуют их где-то слушать до 1250, вот кто-то рекомендует от сотки даже слушать, смотря что хотите. Хотите панча, делайте низко, вот, хотите громкости, делайте повыше. В принципе, он универсальный динамик, подойдет как в дверь, вот, пожалуйста, вам пример двери, да, так подойдет и в тыл. В тыл что подразумевает? Крышка багажника, отдельный какой-то короб для тылов. Ребята, в Оренбург, привет, Женька, тебе привет. Вот, ребята в Оренбурге собирают тылухи на трицахах, я видел много раз. Вот, они молодцы, как бы движутся вперед, интересно получается, скажу так. Баланс перевел на ту дверь, вот, соответственно, убавил немного середину, оставил мид, от 80 сделал, пойдемте послушаем.
Давайте Satisfaction лучше, там ништяк. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Короче, смысл в чем? Надо экспериментировать, пробовать, но этот элемент добавляет низа вообще очень круто. Поэтому за 8700 за пару, я думаю, динамик будет хорош. Поэтому, как только появится, мы сделаем анонс в группе, скажем, что они есть. Поэтому, но новинка 30-ха, ребят, не знаю, куда дальше, наверное, уже... 38-е будут, потому что есть у пятначики уже у этого, у Гориллы Баса я видел 100%, поэтому у динамиков-то дофига, вот всяких разных, поэтому стремитесь, собирайте, и будет очень круто. Уральскую пятерочку, до встречи в магазине Автокаста, пока-пока.